это Юля сделала. Андрюша, Андрюша, где вот она водить дальше, ближе, покажи мне, а? Мама, не кумарь. Вот. А, вот это. Алена Александровна. Где вы остановитесь? Вот там где. Алена Александровна. День знаний, первый звонок. Для кого-то он был первым, для кого-то он был очередным, а для кого-то и последним. Поэтому выпускников сегодня последний звонок, который предвещает, что вы должны успешно сдать экзамены и пойти на самостоятельное творчество. Кто пойдет в высшие учебные заведения, кто пойдет работать на предприятии. Знания ваши, добрые начинания приумножат славу и величие нашего государства, нашего города и нашей независимой Украины. Поэтому добрый путь вам. Алексеевна. Как быстро пролетает время от 1 сентября до последнего дня мая. Кажется, что один миг прошел с тех пор, как звонок позвал всех классы.
Сегодня праздник. Уважаемые родители, дорогие уважаемые учителя, нам есть чем гордиться. Наши выпускники действительно это надежда и гордость. Гордость не только школы, надежда города Запорожья, что их труд, их учеба будут приумножать богатство нашей Родины. А Янов Артем за второе место в районных соревнованиях до призывных. 11 класса Крюковский Саша, тоже участник этих соревнований. Но не в силах удержать я эти мысли. Этого Г-класса Мухин Эдуард. А теперь победители предметных олимпиад. Ученица 9 Г-класса Гудина Вероника за третье место в районной олимпиаде по биологии. Олимпиаде по истории. Где-то там на берегу ученица 10 В-класса Фельштейн Яна за второе место по олимпиаде по украинскому языку, второе место по русскому языку и экономике. В-класс Дворкина Лена, третье место в олимпиаде по экономике. В район олимпиаде по истории. Подарок у нас победительницы областного Г-класса Михальчик Сережа. Он победитель района, ему вручаем заслуги. И решением совета школы и актива школы Сережа в этом году признан лучшим учеником года. Приз ему вручает Иван Иванович Наливайко. Самые лучшие поздравления сегодня звучат в адрес ребят. Вы молодцы, учебный год прошли достойно. Пенек, я не знаю. И мы хотим признаться, сердце вас навеки сохраним. Учителя, мы сегодня от имени каждого сердца, от имени юности нашей счастливой, от имени звонкого детства вам говорим спасибо. Спасибо вам за то, что прочно на ноги поставили вы нас. За то, что даже не нарочно вы нас ругали иной раз. В океане жизни. Да,
зайди в сад. Вот туда зайди. А где наш, короче? Вон, видишь, кусочек. Вон, 11-й. А что нас так сбоку прилепили? Классика передается будущим выпускникам. Да подожди, было смены поколения. Стал шкине на флаг выпускников. Волнующий день не только для выпускников, но и озаренное солнечным светом, быстро промчится короткое лето, но не придет больше в светлый наш класс. В школе звонок прозвучит не для нас. Кончится урок. До свидания, школа. Звени, звени звонок. Грустный и веселый. До свидания, школа. Здесь нас по жизни вели неустанно. И добрая мама. Когда уйдем из школьного двора, отборки настоящего класса, учителя. Делитесь своими радостями, своими невзгодами, опытом своим жизненным.
Желаю вам всего самого наилучшего в жизни. Пусть удача всегда будет рядом с вами. Так, давайте, чуть-чуть не бойтесь, тут не страшно. Не-не, он смелый, он говорит, что хочет. Саша, здорово. Что, до свидания. Я покажу. Так, вот теперь номер карточек. Так, пожалуйста, это ваш супер-бойтик. Да. Так, вот Угор.
Не спешите, не бьемся.
Ну, все, что Наташа вообще не видно. Нет, не думаю, она же не надо. Оля, что ты люблю с моей мамой? Подожди, ты сейчас. Оля, это как раз самый, да? Да, ну ладно. Кто такой? Открой. Да, я вот это даже так рад, я 10 баллов поймала. Да, и все же не благодарен, который вытянули, а то, что у нас. И говорит, понятно, что скажи там что. Да. Перед нами будущий милиционер. Гроза района. Ну, там. И где мы все? Можно ставить какое-то ведро? А что туда? Все подряд ставить?